Мировые цены на нефть сегодня продолжили падение. На этот раз из-за роста ставок поставок из Ирака и сомнений инвесторов. Те не уверены, что сентябрьский нефтяной саммит поможет стабилизировать рынок. Так, Иран на прошлой неделе подтвердил готовность сотрудничать только при восстановлении своей доли рынка. Отгрузки сырья по морю из Багдада в августе и вовсе выросли. Таким образом, сегодня стоимость контрактов на ноябрь углеводорода марки Brent опускалась до 49,5 долларов за баррель, а WTI до 47.